Привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас рубрика «Пустые баночки». Много всего интересного, целая коробочка. Итак, давайте начинать. Что же у нас тут интересного? Head and Shoulders, ну это мужа, постоянная покупка, в принципе, или Clea Vitab, или Head and Shoulders ему подходит, пользуется там ради бога. Но вообще шампунь мне сам по себе нравится, даже не то, что там от перхоти, а он силиконистый, волосы после него классные, бальзам никакой не нужен, объемный, не быстро пачкается, в общем, все классно. Так, дальше. Это мыло для бани, натуральное сибирское, агафья, 37 трав. Уже показывала вам его в покупчиках, когда бывает дешево. Вот недавно удалось на Wildberries урвать за 200 с чем-то рублей две банки. Вот такие вот огромные, это супер на самом деле. Здесь неплохой состав. Это мыло черное, здесь внутри, у меня уже нет, его кто-то достал. Но вот такое вот темно-зеленое, здесь остатки, а когда в банке его много, но темно-зеленое. Там листочек березовый, по-моему, да, внутри один лежит. Оно обалденно пахнет, натуральненько так, травками, зеленушечками, прям супер-пупер. Оно изумительно пенится, вот этой банки вообще на год хватит. Я пробовала и мыть волосы, и мне, кстати, понравилось, подсушивает. А мне сейчас этот эффект нравится, потому что я не люблю такой прилизный, я люблю творческий беспорядок на волосах, вы уже, наверное, заметили. Для волос, для тела, для всего, чего угодно. Обалденное вообще мыло, просто классное. Но может сушить кожу и волосы. То есть иногда, вот не всегда почему-то, но иногда у меня после душа прям вот даже чуть ли не до шелушений таких вот мелких, кожа сохнет от него. Но все равно люблю, потому что моет классно. И моет суперски, и смывается суперски. Вот нужна одна граммулечка, чтобы вспенить мочалку и помыться. И почему поняла, что смывается хорошо, то есть тело, когда обычно гель для душа с тела смываешь, а тут с мочалки, то есть вот когда мочалку под струей воды промываешь, она практически сразу становится чистой, именно чистой, а не с налетом какого-то средства. Вот не знаю, как вам это еще объяснить, но такой эффект у меня только от этого мыла, поэтому классное. Увидите дешево, возьмите, обязательно попробуйте. Так, дальше закончилась маска минеральная для чувствительной кожи головы от Аравия. Очень классная маска. Могу вам сказать артикул. Это Б, английская Б, то есть русская В. 0,34. У Аравии есть артикул у косметики, да, чтобы не запутались, если что. Успокаивает кожу головы, снимает дискомфортные ощущения. Да, да и да. Тысячу раз да. Это такая плотная серая масочка. Масочка-скраб, не знаю, масочка, вот как ее еще назвать. Но она действительно снимает раздражение. У меня от некоторых шампуней бывает зуд кожи головы. Вот от некоторых фаберликовских серий «Эксперт», например, и иногда из масс-маркетов даже. Как, допустим, вот последний Аталин, да, шампунь, вот он у меня вызывает кожу, дискомфорт кожи головы, какой-то зуд, она быстро пачкается, в общем, неприятные шампуни. И вот эту маску, когда наносишь при последующем мытье, да, а потом промываешь волосы шампунем, все, дискомфорт прекращается, никакого зуда нет, поэтому если у вас чувствительная кожа головы, если у вас какие-то проблемы такие бывают, обязательно присмотрите. Она рабочая на все 100%. Так, дальше пенка от Либридерм. На рандеву брала ее. Что могу сказать? Хорошая, нормальная пенка. Не пересушивает, не супер питает, чудес никаких не делает, но в то же время она комфортная, то есть не утяжеляет. Вот умылся и пошел. После нее нет сухости, стянутости, но и никакой жирности, ничего нет. И косметику она тоже снимала, я пробовала. Поэтому, в принципе, пенка хорошая. Но сказать там, что она стоит своих денег, не могу, потому что Faberlic, допустим, есть пенки дешевле, и они ничуть совершенно не хуже по качеству. Но если где-то там на распродажах увидите, пенка годная, классная, можно взять. Так, дальше у меня опять тут целая серия лапочки. Все, по-моему, достала. Это у нас детская пена для ванн успокаивающая. То есть, если вот вы аллергик, у вас чувствительная кожа или детки, да, деткам взять вот эту серию, очень бюджетная, девчонки, и рабочая. Вот даже для себя я с этими средствами мылась. Все отлично, все супер. Где бывает дешевле, где хорошая цена, там и беру. Как правило, на Яндекс.Маркете она бывает дешевле. Иногда на Сбермегамаркете. Сейчас я посмотрела, кстати, у них на Озон поменялся дизайн. У них теперь новая какая-то упаковка, но я еще пока покупаю старый, потому что ценник дешевле. Детский крем и эмолент из этой же серии. Деткам, у кого есть какие-то шелушения, зуд и так далее, аллергические высыпания, все прекрасно снимает. И для себя тоже. Девочки мне на Ютубе когда-то посоветовали, я в первый раз взяла, и теперь беру только эту серию. Но не идет с ней в сравнении ничего, а цена вопроса, вот крем там
По великим распродажам он сейчас, наверное, дешевле всего 150 рублей. Ну, то 150 рублей за крем и эмолент, это вообще копейки, это вообще не деньги, девчонки. А я Крестюшку после душа смазываю, кожа мягенькая, увлажненная, все. Если любой другой крем, даже вот детские кошечки-собачки наши с детства, да, фаберликовские, серии Ума, или старые версии Бэби, ну, вот нет. А вот этот вот, да, вот все прекрасно, все замечательно, поэтому прям рекомендую. А только обратите внимание, детский крем и эмолент. У них есть еще с пантенолом, еще у них есть под подгузник. Я как-то лоханулась, обрадовалась низкой цене, взяла вместо эмоленты под подгузник. Теперь не знаю, куда его деть. Так, дальше, бренд Free. Закончился пакетик, вот такой, много раз уже показывала на своем канале, поэтому останавливаться не буду. Средства мощные, средства рабочие. Летом сейчас без перкарбоната натрия вообще никуда, просто стирки, замачивания постоянные, поэтому да. И очищать все, ну вы это все видели в роликах, поэтому ну, он классный. Так, дальше, девчонки, вот это полное разочарование, за которое отдала 500 с чем-то рублей, по великим скидкам приобрела Матрикс. Такой г, вот просто. Они заявляют, что это шампунь для объема волос. Они нагло просто врут. Никакого объема. Волосы как пакли. Они блестят, но они как пакли. Просто никакого объема от них нет. Через день уже все жирные, все как будто грязные. Поэтому это просто ложь, девчонки, не берите. Это обман. Я не знаю, многие девчонки вот на Озоне... На Ютубе писали тоже, что раньше у них были хорошие средства для волос, а сейчас полный отстой. Так и будем говорить. За такие деньги они вводят просто в заблуждение. А для кого он может подойти? Для сильно поврежденных волос, и то он будет утяжелять, мне кажется, потому что у меня волосы достаточно сильно повреждены, и он их так сильно утяжеляет вообще. Брала для объема. Ага. Допользовала кое-как, вот кое-как больше даже на Ксюшке, потому что у нее не пушатся, у нее не пористые, там еще как-то более-менее не так сильно пачкались. А у меня прям сразу солома на голове. Дальше, чистая линия Kids, гель-пена для душа 2 в 1. Тоже брала на рандеву, 1 плюс без слез. Вообще понравилось, вы знаете, и аромат тут класснючий. Манго. И аромат тут класснючий, и объем нормальный, и цена вопроса дешево. Никаких аллергий тоже на это средство, высыпания ничего не было, и сухости даже не было. А, поэтому вот эта штука классная для деток, кто не пробовал, по-моему, относительно недавно у них появилось это средство. Классно. Так, дальше. Шампунь сухой батист. Они сейчас стоят вообще как космос, поэтому перешла. На фаберликовский мне не нравится. Вот все-таки по большим скидкам буду искать батист. Он классный. Вот из всех, что я пробовала, ни с чем не сравнить. От него действительно объем прикорневой, от него действительно голова дольше чистая, низу да ничего не вызывает. Вот фаберликовский, он мне как-то на следующий день дискомфортен. Прям хочется голову сразу помыть. Такое ощущение, что вот что-то на коже голове, головы есть, и я это чувствую. Здесь такого нет. Все отлично, все нормально, все супер. Реально вот крутой шампунь, но они так подражали сильно, поэтому да. Так, масочка от Рише, вот такая вот медовая, питательная, очень классная. Мы с вами разбирали две маски, очищающую и вот эту, и вот эту, и та, они обе великолепны, обе рабочие. Питают в две штуки в паре очищающую, вот эту можно купить по скидкам очень дешево. Ну там, ну, 200 с чем-то, 300 рублей выйдет маска. Для таких масок это реально дешево, потому что они действительно рабочие, действительно, девчонки классные, прям рекомендую. Так, дальше что у нас с вами? Сыворотка от... до сих пор не знаю, как этот бренд правильно читается, Q плюс A, в общем, будем так говорить. Очень крутая сыворотка, она, по-моему, кислотная, я уже забыла, девчонки. По-моему, она кислотная, здесь есть в составе кислоты, но она нереально крутая. Вот после нее кожа прям потянутая, напитанная, увлажненная, чистая. Ну, в общем, все супер. Нет никакого блеска, никакой жирности, не утяжеляет. Вот классная-классная сыворотка. Вообще мне понравился вот этот бренд. У них очень рабочая косметика. И реально видно эффект. Так, что это? Паста. Клубничка 3+, закончилась. Слава богу, вот дочистили, как говорится. Потому что здесь тоже есть ментол. Я хотела Крестюшки, но нет, это Консли. Это Консли. У Консли вообще пасты классные, на самом деле, и детские, и взрослые. Они очень хорошо убирают налет. В течение дня он не возникает на зубках, очищают, стоят дешево и работают хорошо. Вот Консли на самом деле бренд. Здесь не разглядите вы, вот так вот пишется Консли. Действительно классные, вот зубные пасты у них огонь. Но это Ксюшка добила, потому что здесь в этой клубнике все-таки есть мята или ментол даже. Вот, кстати, взрослая паста синенькая. Они все классные, практически все цвета уже перепробовала. Все рабочие, все хорошо очищают. Прям вот никаких нареканий нет. По 140-170 рублей прям можно взять. Так, дальше.
Что-то у меня сюда аптечные покупки, троксирутин для ног попал. Кто-то мне советовал. Я абсолютно никакого эффекта не увидела, честно. Ни снятия усталости, ни еще чего-то. Поэтому для меня это пустышка, вот честно. Не знаю, вот многие хвалят, для меня пустышка. Ни усталость не снимает, ничего вообще абсолютно. Так, и моя любимая тушь на данный момент это XXL Люкс Визаж, белорусская. По 200-220 рублей на скидках можно взять. Не нарвитесь на подделку. На Wildberries их очень много. Читайте отзывы. Я на Озон беру. Смотрю тоже отзывы, потому что присылаю туши, то флакончик меньше оригинала, то вместо Люкс Визаж вот здесь вот написан какой-то другой бренд. В общем, читайте отзывы. Это силиконовая кисть, она не отпечатывается. Она у меня сейчас на ресницах в полтора слоя, ну один так сегодня такой легкий макияж. Это силиконовая кисть, вот такая достаточно большая, она каждую ресничку очень хорошо и подкручивает, и ставит на место, и фиксирует. И они такие вот, они подвижные, но в то же время реснички такие вот жесткие. В общем, я такие туши люблю, когда есть вот это именно фиксация, потому что иногда ресницы кто в лес, кто по дрова. Вот есть у меня тут одна, и только вот эта тушь ее ставит. Она не отпечатывается, она сидит просто, влетая на ресничках, все супер, вот прям никаких нареканий к туши нет. Очень нравится, люблю, обожаю и с удовольствием пользуюсь. Я пользовалась этой тушью лет 5 назад до Faberlic. И пользовалась ей в течение лет 5. У нас был рядом магазин, где продавали белорусскую косметику. Потом он переехал, и Faberlic, и так далее, и так далее. И как-то я про нее забыла. Здесь мне напомнили, и вот я с удовольствием ей пользуюсь. И она делает ресницы, даже если вы хотите добиться драмы, такими вот естественная драма. То есть, видите, никаких паучьих лапок там и практически никакого склеивания нет. Они достаточно естественные. Кто не пробовал, прям рекомендую, за 200 рублей очень годный продукт. Ну и на этом все, мои хорошие. Все пустые банки разобрали. Надеюсь, ролик был вам интересен и полезен. Всех люблю, целую, всем пока-пока.